Сушеный трепанг задержали на границе уссурийские таможенники. Китайские туристы пытались вывести морской огурец к себе на родину, крепко примотав пакеты к телу скотчем. Запрещенный груз помогла найти служебная собака. Двое туристов из Поднебесной привлекли внимание служебного пса в пункте пропуска Краскина. При досмотре у китайцев не оказалось багажа. Все самое ценное они везли на себе. На теле у каждого оказалось по несколько пакетов с сушеным трепангом. Общий вес задержанной партии – 15 килограммов. Такую же находку, но несколькими днями позже обнаружили и на таможенном переходе Пограничный. Почти 12 килограммов сушеного морского огурца трое туристов везли на себе. Биоресурсы изъяты и направлены на экспертизу. Нарушителям грозит денежный штраф, размер которого будет зависеть от стоимости трепанга.